Всем привет! Нахожусь сейчас у знакомых, они выкорчевывают деревья. А вот это дерево хотят перепривить. Так как вот здесь был старый сук, думаю, прививку посадим где-то вот сюда. Не переключайтесь. Рез от садовой пилы гораздо чище, нежели чем рез от бензопилы. Срез хочу сразу замазать, закрасить живой корой, а потом вот краешек снять. Дадим ей чуть-чуть подсохнуть. Теперь наши веточки. Вот из этих трех, вот это самое вызревшее. Вот это первый прирост. Это прошлогодняя ветка. Видите, на ней уже почки. Вот второе прироста прошлый год. Видите, здесь почки. Вот из всех почек для нас самая-самая идеальная вот эта почка. Ну, мы постараемся взять вот из этого черенка по максимуму, остальное уже этим. Ну, сюда нам надо 3, ну, можно 4 черенка посадить. Так, как поставить-то, чтобы видно было? Видно вам вот так? Раз, два. Ну, можем срезать даже вот так, пусть будет. Здесь вам видно. Можно еще. Вам видно? Далее поставим ножку вот здесь, и черенок срежем вот на этом узле.
Так, видно. Вот на этом узле. Вот здесь закрасили живой корой для того, чтобы не закрывать это пластилином. Так, далее еще два черенка. Вот здесь поставим ножку, и вот хорошая почка. Ну, пусть будет и это. А следующий черенок возьмем уже с другой ветки. Так, вам видно? Нет, вот здесь слишком толстый остался. Еще раз. Ну, можем вот так оставить. Извините. Ну вот, вот это как бы не годится, но все равно срежем вот здесь. Самая рабочая почка будет вот эта. Раз, два, три. Ну ладно, вот это тоже берем. Вот. Вот так. Ставим вот сюда. Вам видно? Вот неаккуратно так, а? Ну, на сей раз так получилось.
И вот сюда еще один. Если смотреть по этим двум веткам, то думаю, давайте выберем, которые потолще. Весенние кора не так хорошо отходит, как летние. Мы обвернем все изолентой. А здесь залепим пластилином. Так, вот торцы опять замажем живой корой. А пакет защитит от возвратных заморозков. Что-то он совсем тоненький. Давайте еще один обнимем. Итак, сегодня у нас 28-е. Не переключайтесь.
И опять привет. Вот так мы выглядим на сегодня. Если смотреть на торец, то живая кора, которой мы вот замазывали спил, сработала она отлично. Живая кора, имею в виду, вот это, лак-бальзам. Все здесь подсохло, и никаких заражений я не вижу. В общем, живая кора на 5 с плюсом. Так, в развитии, лучшее развитие у самого дальнего черенка. Вот у этого. Вот у этих чуть хуже. Здесь в основном были цветовые почки. А на этом самом дальнем и ростовые почки, и цветовые. Вот этот побег, это была цветовая почка. Далее. Хуже всего получилось отделить кору вот в этом черенке, так как весной сокодвижение еще минимальное, и кора достаточно плотно прилегает к древесной части. Ну, этот косяк можно было наблюдать в видео. В целом я прививкой доволен, думаю, с ней все будет в порядке. Только надо обработать от вредителей. Думаю, уже появляется тля. Раз есть муравьи. Ладно, на этом все. Всем здоровья и до новых встреч. Да? Арчи, привет скажи. Всем пока.